Направо. Кто пойдет? Сереж, туда я на центр. Я центр пойду забирать. Правда, там гадя прилетела вперед меня. Да, хреново. Нифига себе она дает. Кстати, там Викинг. Викинг хороший игрок. Ну, у него... А мы уже отжали. Да, еще. Гадя, гадя. Блиц, блиц. Да. Гадя, гадя здесь еще живая. Так, на наш домашний маяк кто-то прилетел. ФР. На чем он там? Я центр попробую забрать, если получится. Но тут гадя летит. А еще и викинг вышел. Сейчас посмотрю. Да, потом я лево забирала. Сейчас я заберу. Ой, тут титан выполз, блин. Нифига себе, солянка. Кто-нибудь помогите с Титаном на нашем домашнем маяке. Что-то я не вижу, чтобы кто-то мне помогал. Кого вы там бьете, непонятно. А домашний маяк? Нафига вам вообще тот маяк их, когда тут домашний отобрали? Вообще не понимаю. Что за игра?
А зачем на центре появляться, если у нас домашний маяк отобрали левый? Чего вы там вообще на центре появляетесь? Нафига? Что я вообще на респе? Вот только увидела тебя. До этого я тут одна была, еще кто-то помогал мне. Моего титана снесли просто нафиг. А тут получается два вокса. Викинг еще кто-то. Жгите. Вот, только увидели, да, про домашний маяк, я уже сколько твержу. Всех роботов потеряли. А левы? Левы так до сих пор мы не отбили, ходим здесь просто, не знаю. Не-не, нормально, нормально. Они есть типа бота, мы их, может, и выиграем. Может, и нет. Обидно будет в солянке. Вот раза.
Ну, а если бы было бы шестеро, вообще было бы, они бы нас